Ну что, мы выезжаем из нашего дома. У нас стало 44 подписчика аж. Дети еще кое-чего не знают. Они думают, что мы сегодня переезжаем в новый отель. Мы переезжаем в новый отель, но тут немножко другой момент. Пускай это вам будет тоже сюрпризом. Кто смотрит мои видео, если кто-то смотрит, кто-то не слышит. Теперь пойдем к моим родителям. Давай, Никит, давай. Так? Давай скорее, скорее, скорее. Теперь отмените кепку, как она смотрит. Как кепка? От 1 до 10. Ну что, мы идем, короче, хавать. Опять и снова. Смотри, давай. Сжигаем 2 килограмма. И я первый. Я снимаю тебя и с чемоданом бегаю. Там лужа, смотрите, какая. Поскольку впереди соревнования, мы сжигаем жиры здесь. Давай, 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 нормально, нормально, пошел. Давай, Никит, давай. Еще лимон на ночь вообще будешь. Сухой Брюс Ли. Какой Брюс Ли? Так, включение небольшое. Мы решили перед тем, как мы поменяем локацию в России, мы решили немножко время убить и прокатуться по одному из наиболее красивых. Я не знаю, слышно меня или нет. Прокатнуться по наиболее... Что происходит? Красивых маршрутов трамвайных Москвы. 80 градусов. Уровень эскалатора? Я не знаю. Если кто-то забыл оценить, идет ли кепка Никите, то в комментариях мы ждем цифру от 1 до 10. От 1 до 10. Умный, не тот, кто умный. Друзья, мы находимся в Останкино. Кто ни разу здесь не был, именно здесь происходят съемки. Передача «Вечерний Ургант», «Поле чудес». Что там еще? Какие-то передачи уже. Разные всякие, которые идут по Первому каналу. Вот оно здесь. Мы здесь были когда-то у «Вечернего Урганта». Была гостья Кристина Арбакайте. Она, кстати, есть в Ютубе. Мы там сильно сидим на 5-м или 4-м ряду. Можно посмотреть, нас увидеть. Это было 4-5 лет назад, по-моему. Больше? Мы идем на трамвай. Всем привет, дорогие друзья, с вами МС Никита. Сегодня мы продолжаем наш путь в отель новый. Крафт Хаус Тайга. Что вам еще сказать? Мы сейчас поедем на трамвай, маршрут 35 или 29. Короче, ладно. Все, подписывайтесь, колокольчик. Колокольчики, подписки, лайки ставьте. На 50 подписчиков сделаем вам тур нашего нового отеля. Следующая остановка — Майский Бросикс. По требованию для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю на красивую лодку. Куда едем? Thank you.
что, Никит? Я говорю, приезжали. Да, сюда приезжали с самолета. И сейчас едем на самолет. Куда? Я так и знал. А куда, не скажем вам пока. Мы вам пока не скажем. Мы когда заходили на вокзал, они такие говорят... Я думаю, написано аэропорт Шереметьево, А куда? Мы пока вам не скажем. Они когда заходили на вокзал, они деду говорили, типа, вот надо отправить и не сказать куда, типа, попить чай, уйти и уехать и приехать. Да нет, не туда ты думаешь. Куда, пока вопрос. Итак, первая часть. Секретика раскрыта. Ну что, теперь все узнали, что мы едем в аэропорт. Куда именно мы летим, они пока этого не знают. Никитка. Так и знал. Как твои вообще эмоции? Чемодан. Чемоданы? Да. Твой чемодан? Ну, Матвей, скажи твои эмоции. Ты знал, что мы куда-то полетим? Мы не полились, ничего. Да, Павлик придумал. Вот почему мы к Жене с Аной не поедем. Да, потому что мы не в Москве были неделю, а кое-где. А? Где Никит? Это Никит? Ну, сейчас узнаю. Почти. Где? За границей. Нет. Сочи? За границу? Нет. А. Я правильно. Дети-ка, куда мы летим? Мне кажется, холодное место, потому что дед говорил, что на вторник будет минус 3. А дед при чем? Он же думал, что мы в Москву. Да. А как вас она блефует опять? Да. Ну не говорите, куда нам. Так, мы, короче, в Шереметьево, терминал Б. Мои три варианта — это Москва, Ходи. Так, Анапа, Сочи. Нет. У меня Анапа, Сочи и Геленджик. Ну что, мы в аэропорту. Смотрите, какой шикарный экран. Офигенно. Две бумаги для подъема. Смотрите, это куб, он огромный просто, огромный телевизор. Сегодня 5 февраля. Сейчас я найду сама рейс. Я его вообще не вижу. Куда мы летим, дети? Я называю цифры. Иди ближе, подойди, Никита, то я тоже еще не нашел через телефон. Вот здесь, Никита. Нашел. Никита, самый нижний. Куда мы летим? Байка на Байкал, в Иркутск. Классно. Комбинезон, зачем там брали, когда в Москве плюс один? Зачем вы брали? Коньки теперь понятно для чего? А вы брали коньки? А ты еще говорил, на котором... Да я говорю, блин, вообще вот
вас обидит. А, вот что не тратить деньги. Видел такое уже. Крутится вентилятор голографический такие. Я не знаю, как технически это объяснить, но это вентилятор, который делает такую картинку. Прикольно. Ветер дует прям. Вот это. Вот только ничего. Привет, друзья. А сегодня я не буду. Всем привет, друзья. Сегодня. О, как это сегодня? Выключи заново. Заново. Друзья, мы получили наши билеты, мы зачекинились. Матвей, покажи, пожалуйста, что у нас есть. Идем кушать. Подожди, дайте я шотки пропью. Что сделаешь? Сейчас будем в дьюти фри заходить, смотреть. Дьюти фри. Зона свободной торговли. Как она называется? Это какой день? День третий сегодня. А когда ты его выложишь, если мы без Wi-Fi, это получается такое? Здесь скидка 10%, у кого есть Mercedes, ты знал? Серьезно? Да. А как вам доказать, что он нет? Ключик показываешь, все. Итак. Мы идем на посадку. Время сколько? Сколько уже, скажи? Сейчас 19.45. 19.45, у нас вылет 20.20. Вадим, он спортсмен, а мы... Он тоже спортсмен, здесь просто ракурс получше, вид сверху. У нас какой? Ну, это не наш, у нас 103. 103? Дальше пройди нужно. Первый, начинается посадка заранее, как там типа паспорта, вот вы это видите, посадка. Офигеть. Инна, что у нас Барнаул? Ин. 104, я говорю. 104? Я убью. 104, значит. Тихо. Чё, мы сели в автобус? Сейчас будем направлять к самолетику. Что будешь в самолете делать? Я книжку читать буду, про Gravity Falls. С ума сойти. А ты? Да. Подальше, давай. Вы ушли с маршрута. Мы ушли с маршрута в Калининград. Там наверху.
Внимание, кабина экипажа, двери положения, арт, кросс-чек.